Приветствую, друзья, на канале Bobo Play. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving Aftermath 7 обновление Закон и порядок. Так что, друзья, давайте быстренько пробежимся по обновлению. Что нам нового добавили сюда? Сейчас, подождите, у нас тут получается. Вот у нас что-то чего нового, да? Так, что у нас добавили? Итак, закон и порядок. Так. По большому счету, так, короче, побежим. Так что, да, получается, нам будет сейчас снабжать наших поселенцев с разными пищей, разнообразие пищевого рациона надо будет увеличить, да, чтобы не было никаких проблем, никаких бунтов внутри колонии. Так у нас появляется несколько новых сооружений, которые включают в себя охранный пост и оружейную, то бишь, кто оружие делает, да? И опять же, колонисты сейчас начинают себя вести не как люди, да, скажем так, да? Очень так враждебно, если у них если их к ним относятся недостаточно, как говорится, хорошо, там, насчет еды, развлечений и так далее и тому подобное. Но опять же, тоже начинается система внутри, nutrition, то бишь, пищевая система чуть-чуть сейчас поменялась, то бишь, сейчас мы должны давать разные, как говорится, делать разные, как говорится, блюда, чтобы увеличить тот или иной показатель, да. Да, появились у нас охранники. Сейчас у нас можно, короче, после постройки охранного поста можно поставить туда человек, с которым будут вооружены оружием каким-то интересным, ну и броней. Если колонии... Итак, да, но если, например, наши какие-то поселенцы начнут там, ну, если у них будут какие-то проблемы по поводу еды, настроения и развлечения, они могут, как говорится, опять же, вести себя не как подобается, да, и начинать там устраивать кипиш. То бишь, ну, и говорит, обращайте внимание сейчас на большинство, на их эмоциональное состояние, то бишь, чтобы у них счастье было хорошо, со счастьем было все хорошо, и плюс еда и так далее и тому подобное. Ну, опять же, да. Но опять же, да, сейчас поменьше заспаунили этих всех животных, чтобы по рестарте игры было бы легче вообще проводить какие-то иные манипуляции в игре. Что мне понравилось в этой игре, короче, тут ничего по большому счету у нас не сломалось. Я уже, скажу честно, я уже загружался, я уже все по большому счету построил. Я просто сейчас это видео такое знакомительное, потому что, ну, по большому счету, опять же, снимать все заново и показывать одно и то же, как-то уже нет смысла. Сейчас мы придем, покажу ему, что в новую ввели уже и следующее обновление, которое будет, там уже мы начнем заново все начать, потому что я думаю, там уже будут более какие-то серьезные изменения в игре. Так как сейчас ничего такого особого нету, не появилось. Единственное то, что у нас показалось сейчас, да, сейчас покажу, что у нас появилось нового в исследованиях, да. То бишь, что у нас произойдется в... Вот, где-то, подожди. Нет, это у нас будет в колонии, да. Появились два строения. Это у нас вот охрана. Которые охранник играет ключевую роль в защите колонии от диких животных и бандитов. Закрепить людей за стражевыми постами, они возьмут в руки оружие, чтобы защищать свое поселение. Стражевой пост, ячейки работы две. Строительство, металл, дерево и бетон. И техосмужение бетоном. И следующее, что у нас идет, второе, то, что добавили, это изготовитель оружия, то бишь оружейное. Сражаться с постапокалиптической фауной, крикующими бандитами, с подчиненными, если у вас есть огнестрельное оружие, к оружению, по мистерской охране, с мягкими да. Короче, так, опять же, оно создается, работает один человек, строительство идет конденсаторы, металл, бетон и доски. Ну, и потребляет плюс 4 энергии. И опять же, тоже, у нас она добавлена в торговлю, опять же, да, мы можем торговать оружием, но оно очень дорогое. Нам пока что это не нужно, у нас есть 9 оружий.
Ой, не выходить. Итак, чтобы посмотреть, что я сделал, друзья, по большому счету. Вот так выглядит у нас стравожая бышка. Вот она. Да, вот она. У нее есть радиус действия. Какой она? Тут есть радиус действия здесь. Так что здесь? Почему у тебя нету? Я не понял. Принести рабочую зону. Окей, вот так. Вот, сторожевые вот башни. Вот, а вот это у нас оружейная, друзья. Вот видите, оружейная выглядит вот таким образом. Вот здесь она делает оружие. Оружие делается с деталей и металла, и получается оружие. Да, довольно-таки медленно это все происходит. Но, по большому счету, все нормально. Так, что мы еще сделали в этом плане? Я играл, конечно, в офлайне довольно-таки долго. Видите, у нас 3000 денежек, 2113 этого исследовательских очков. Я, по большому счету, уже все открыл. То бишь, мне больше ничего не осталось. Осталось только сейчас строить, да, все. Вот, и поэтому, вот, получается, мы будем сделать такую, мы сделаем такую вот серию по максимальному, то бишь, не то, что максимальному развитию, а просто... как это все выглядит, чтобы и не распространяться. Так, да, ну только, опять же, видите, друзья, мы тут построили большие фермы, у нас уже есть экскаваторы, тут у нас электрическая подстанция, плюс которая, видите, со всех сторон окружена молниеотводами, чтобы это все было нормально. Вот, опять же, вышечки стоят рандомно, да, по вокруг везде. Так как есть одна фишка, друзья, после этого обновления очень часто начинали на нас нападать рейдеры. И я просрал, короче, в сложности 28 человек уже, да, у нас умерло 28 человек. И это большинство из-за того, ну, 4, помните, у нас сожрали черви, эти ужасные, да. Ну, и остальные были связаны с тем, что у нас рейдеры налетали на нас и просто оглушили. Пока то, что у нас, я начал играть, у нас этих еще вышек не было. То бишь охранников тоже у нас не было. Так, давайте-то сейчас пока что да еще построим какой-нибудь пост, типа, чтобы это у нас... Ну, находится, опять же, в вкладке исследования, вот здесь находится, да, строим вот, опять же, вот давайте поставим... Не знаю, давайте сюда поставим пост, вот, стражевой, да, вот сюда, с бубенем. Для него нужно, как я говорю, доски, бетон и металл. Туда пока что припишем одного человека, может даже два. Я надеюсь, скоро у нас появятся люди. Опять же, я построил парочку домов, чтобы начинать естественный приплод поселенцев. Вот, по большому счету, опять же, тоже мы всю карту почти что излазили, да, вот, у нас вдоль и поперек. Остались, конечно, такие места, где там что-то нам надо добыть. Но мы сейчас открываем вот этот радиус, потому что нам еще должно быть пару поселений, которых мы еще не открыли. Вот. Так, и давайте смотрим, где наши люди вообще гуляют. Так, что у нас здесь получается? Нам иди сюда. Да. Так, это дяденька, прыгаешь в машину. Так, тут у нас все прооткрыто, да? Тут у нас людей нет уже. Хорошо, коалиция. Открой территорию. Так, ты женщина пойдешь, короче, заберешь очки. Alright. Взорвется сейчас. Денежки сворали еще, хорошо. Ну. Ну, влази. Да. 200. Нормально. Ну, все, больше, походу, у нас больше нету, да, очков действия. Да, все нету. Окей. Погнали. Дальше, да, что? Да, ну, сделали они еще, конечно, по большому счету, ничего, ну, да, как говорится, уменьшили популяцию живки, да, здесь сразу при старте, чтобы они не спаунились, не знаю, как там будет дальше, но надеюсь, что они не будут распауниться и не сожрут наших людей, вот. Текст, то что еще? Ну, кстати, да, ну, как я говорил, да, мы исследовали уже почти что все. Мы сейчас займемся вот строительством игровых автоматов, развлечений, управления гневом. То есть арену сейчас построим, да, так как у нас полностью хватает всех ресурсов. У нас, как видите, да, довольно-таки неплохо по ресурсам. Две баньки нам, у нас справляются с нашими, надо вымыться, да. Вот, читает книгу, 20, как-то хорошо. Потому что я еще заметил, что средний уровень счастья, этот индикатор не меняется. Я надеюсь, в дальнейшем они еще доработают всю систему. Ну, как-то хотелось бы как-то видеть, чтобы это как-то, ну, более так как-то активно развивалось, не знаю. Так, ладно, ставим мы арену куда-нибудь. Давай сюда ее поставим.
Да, давай сюда поставим алтарину, пусть она будет здесь. Вот. Потому что я надеюсь, что в дальнейшем это будет как-то более влиять. Потому что, знаете, у нас тут все плюсом, плюсом, плюсом. Усталость минус 6, вспоминания товарищей, все окей, все отлично. Так опять, друзья, мы вот построили вот такие кузнечики выращиваются. Да, выращивается у нас личиночная ферма. Тут у нас морковочка растет. Здесь у нас есть тоже личиночная ферма, но здесь у нас какие-то опарыши, блин, растут. То бишь, выводим опарыши. Восковые черви, да, это называется. Ну, опарыши, по-нашему опарыши. Так они выглядят, как опарыши. Вот. Опять же, я не знаю как, но я надеюсь, что в будущем они добавят какие-то более мощные сооружения в плане охраны форта, потому что, когда чуваки приезжают, они, короче, сносят всю хпшку, и плюс еще главарь их не просто с РПГ, просто мочит по воротам. И опять же, тоже еще то, что мне не нравится, довольно-таки трудно следить, ты очень много людей теряешь при этом, потому что, когда они заходят, да, например, вот если было бы логично рассуждать, да, они выломили дверь, да, они должны продвигаться как-то, ну, в эту сторону, отсюда, да, но они спавнятся, вот эти бандиты, рандомно, кто-то спавнится здесь, да, вот здесь я потерял один раз людей, кто-то спавнится здесь, кто-то спавнится вообще в этом районе, кто-то вообще не спавнился здесь, и очень трудно проследить за этим делом. Если бы еще, например, специалисты, которые здесь тусят, они сразу вот засекали, где там эти люди находятся, потому что пока ты их не направишь, они не побегут, они не будут их там мочить, людей, этих бандитов, ты должен туда их направить, тогда они будут как-то противостоять этим делам. Тоже еще, что мне, как-то, надеюсь, они введут, то, что простые вот люди, ну, это уже напомнит Америку, да, то, чтобы они могли носить при себе оружие. Потому что, когда приходят бандюганы, они с оружием, они просто очень быстро сносят. Так, вот сторожевой пост построен, да. У нас один человек здесь, добавляем второго, пусть будет. И они быстро их уносят. Значит, а наши чуваки дерутся с кулаками, пока я не вижу специалистов или не придут те люди, которые работают на вышках, да. Вот здесь эти два человека. У них есть вот радиус, они здесь бегают, патрулируют, да. Вот видите, да, вот это ихняя. Вот это... Броня их, вот как они выглядят, вот таким образом, вот, бегает, что-то носится, чем-то занимается, да? И вообще-то побежал вообще куда-то... Это что за звуки такие? Вообще писец. Вот, да, и они бегают, если бы они вообще где-то патрулировали территорию, было бы круто, но... Что здесь, с кем-то там... А, все нормально. Так, наши специалисты готовы? Нет, нет, еще не готовы. Сейчас скоро будут. Так, врубаем вторую скорость. Вот, да, и опять же, да, оружейную мы, как говорил, построили, да, она уже, как говорил, требовала металл, бетон, конденсатор и электроэнергию. А, у вас... Какая-то старушка, у нее очень много очков действия. Так. Оу. Молодые. Ну, заходи тут, блин. Да, все, у нас больше очков нет. Окей. Так, что мы еще тут сделали? Ну, по большому счету, я уже реально начал развиваться. Здесь у нас уже работает вот чисто бенз здесь производится, да. Нехватка, как обычно, людей. Построена арена. Вот. Окей. А где у нас арена? Да, у нас есть здесь охранный пост. Он явно понадобится здесь. А вот опять же людей нету. Ну ладно. Пусть они пока что побояне здесь пусть выдерутся, потому что, ну, я надеюсь, что сейчас в нашей серии где-нибудь придут люди, да. В общей сложности, что мы прожили? Мы прожили 156 дней, умерло у нас 28 человек, 15 катастроф прожито, 3 группы людей, то бишь, пришедших мы потеряли, то бишь, которые нам, к нам пришли. Так, у нас кто-то что-то поврежден, один поврежден, кто поврежден? Так, строение, смотрим, что у нас там повреждено. У нас только больше поля чуть-чуть так подкосило, а все остальное вроде бы нормально. Да, все нормально. Ну, поле это вот это поле. Я вроде бы не вижу, что тут как-то урожай. А, уничтожить. Давай уничтожим его.
и поставим новое поле. Это мне метеоритная буба, это как его, метеоритная буря снесла все. Ферма. Большая. А, да, ну опять же, текстурки, да, улучшили, вот, дороги, да, тут сейчас уже как-то плитка у нас проложена, да. Вот, как видите, да, раньше такого не было, раньше как-то брусчатка была. Вот. А, у нас надо, уже надо еще хранилище одно построить, да, давай, как раз здесь. Или нет, здесь может быть дом построить, да, посмотрим сейчас. Надежный склад. Может быть, забубенить его в другое место его. Ну, вот сюда, например. Замечательно. Будет у нас еще и склад. Готовы к работе. Давай. Надо должно быть еще, кажется, одно поселение. Не лезь, я не ошибаюсь. Но это не точно. Что ты собрала конденсаторы? О, 14, ладно, окей. Alright, alright. Так, что у нас здесь дальше? Ну да, как и опять же, мы по... Ну, да, надо исследовать дальше у нас развлечения. В торговле, опять же, у нас появились тоже фишки, как раньше у нас не было. У нас вот, вот, например, вот здесь, да, кто это у нас, что это у нас? Госпиталь, да, они продают антибиотики, а, они сейчас с нами торгуют уже, это к нам сейчас придет 20 этого, вот, вот это сейчас нам придет, плюс еще 790 денежек. Отлично, давайте сейчас посмотрим, что можем еще купить. Морковочки, оружие, ну, нам ничего пока что не надо, можем еще чем-нибудь с ним поторговать. А мы уже все заняты, мы уже торгуем, так что недружелюбно, да, появляется при каждом. А вот, а, кстати, давай сейчас проверим. А, вот здесь, например, а, если будем торговать, а, здесь нету, ладно, может быть, будет у них а, торговля. Вот, например, ты получаешь, покупаешь оружие, давайте прикупим оружие, да, получается, видите, получается, заплатите денежки и 40 отношения вы получите к ним, да. Если будете продавать им красное, вот, например, продавить будем красное, да, он тебе дает минус одно настроение идет сразу, потому что это им не нужно. Будем продавать чем-то ему более... Вот давай муку продадим, у нас очень много муки. Давай 200 муки продадим, у нас очень много зерна там есть. Подтвердить стоимость... Ух ты! Дорогая мука. А, ну и давайте... Давай 200 единиц картошки продадим. У нас очень этого добра много. Подтвердите, видите, у нас мы получим 40 репутацию и плюс еще заплатят нам 613 серебряных. Вот. Итак, торговля, еще вот это все, вот это вот эти конденсаторы и вот это все, я по большому счету я набрал торговли, да. Сейчас я даже, вот, даже исследовать мир только пригодится к тому, чтобы открыть поселение, потому что с торговли ты можешь все реально получить. И тебе не надо, блин, тратить кучу времени, чтобы своих пацанов посылать направо-налево, чтобы они там все ходили, собирали. Да, это бесплатно, но с одной стороны, здесь опять же ты, мы меня, видите, у нас еды просто до... очень много. Так, окей, нам привезли сейчас, да, йодные таблетки, антибиотики, и сейчас настроение должно уже быть получше с этими чуваками, да. Где у нас тут было? Вот госпиталь, да, у нас было минус 81... А, не, так и осталось 81. Потому что у них нету этого звездочки. А если звездочки нету, мы не можем повысить репутацию с ним. Если у нас, например, у нас здесь была бы звездочка, да, желтенькая, мы могли бы им продать, и они были бы счастливы, и было бы все шикарно. Но у нас такого нету пока что. Будем ждать, пока у них что-то появится новенькое. Так, товар выгружается. Окей. И опять же, тоже, вот я, например, я понимаю, что у разрабов свои планы, да, идея вот то, что вот это вот складирование вот здесь, которое вот сейчас, да, вот это вот, это вот, это что находится здесь, тоже как нелогично. Сделай бы какую-нибудь маленькую пристроечку, как я уже не раз уже говорил, чтобы там все хранилось. Вот, например, вот как, вот сделать вот такой вот шкаф, вот, 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 вот такое хранилище, крытый склад или там склад, неважно. Вот, и было бы все шикарно, но видишь, как получается. Так, что у нас с детьми? 13 детей, у нас 2 школы, по большому счету, да. Крупный бизнес. Ягоды.
Нам что-то еще есть. Конденсатор, 55 металла. Ну, конденсаторы нам пригодятся. Они невосстанавливаемый ресурс, их надо просто добывать постоянно где-то. Ну, я здесь, походу, знаешь, как я думаю, вот это будет последняя серия до следующего обновления, потому что, я как говорю, нету смысла мне сейчас начинать все заново и все это опять же все показывать. Одной. Так, этот хороший бустик, ну ладно, не будем брать. Я думаю, что мы его пройдем. Вот сегодняшнюю серию сделаем. Я, она будет как сделана на в 6-7 обновлении будет такое сделано. И тогда уже будем ждать следующего обновления. Потому что, дай бог, вот видите, как у нас развились, да, неплохо. Я знаю, понимаю, что многое, что, может быть, и не увидели, может, вам интересно. Не, ну, опять же, если вы хотите видеть полностью все прохождение, вы, конечно, пишите, не стесняйтесь. Мы уже тогда будем смотреть, тогда можем начать новую серию, может быть, усложним нашу, как говорится, сложность в этом развивать, ну, как развиваться, потому что поначалу у нас, конечно, я думал, что будет очень все печально, ну, как видите, да, немного креативности и здравого смысла, вот, развились мы вот до такой вот огромной колонии. Так, колонии пригодится, да, росли бы вы лучше, как грибы, было бы вообще шикарно. А то очень долго эти дети растут, друзья, честно скажу. Но я понимаю, что тут, знаешь, не голодает. Ноль, лучевая болезнь, ноль, смотрит бой. 7 человек, 13. Кто там смотрит бой? А тут никого не вижу. А, тут человек. Он как-то взял, побежал, посередине перебежал, окей. Так, библиотека 2 из 8. Лучевая болезнь, так, хорошо. Что еще могу вам, друзья, рассказать такого? Так, ну, пока мы тут рассказать, тут нечего, так, ну, давайте изучать сейчас. А, он еще изучается, нихера себе. Похоже, это у нас последнее, да? Или у нас что-то еще здесь есть? Здесь все выучено. Здесь тоже. У нас осталась только колония последние вот эти дела. И построим все, что у нас есть. И... подведем итоги, друзья, как говорится, да? Потому что 101 человек у нас сейчас есть, 12 детей... Так, надежный склад строительства завершено. Отлично. Специалисты готовы к работе. Фикс, окей. Ну, не так уж много места и осталось, знаете, чтобы открыть все это полностью. Ну так, машин у нас осталось человек дома в машине. Ну что, осталось тут раз, два, три, четыре, это здесь 5. Ну и здесь чуть-чуть неоткрытой территории. Блин, если не ошибаюсь, еще должен быть еще один город должен быть. Еще. А, вот еще какая-то неоткрытая территория. Это как? У нас еще, друзья, мы сделаем, чтобы это. У нас есть фура. И эта фура довольно-таки далеко ездит. И мы ее сейчас отправим вот сюда. Окей. Хаммер. Давай сюда закрепим одного человека. Ну, вот себя закрепим. Пусть он работает с этим делом. Так, и следует развлечение. Я думаю, тоже мы где-то построим это здесь. Так, пока мы этим занимаемся, давайте, значит, друзья, сделаем вот такую тему. Не надо, потому что здесь мы ничего идеально ничего не сможем построить. Ну, пока мы сможем здесь сделать еще. Потому что идеальнее еще надо было один госпиталь построить. Так как у нас эпидемия, у нас довольно-таки много людей сейчас. Но посмотрим. Давайте даже построим даже пока что сейчас, чтобы он был. И все. Баня. Где госпиталь? Вот так, рядом с Галином, по большому счету. Тут еще дохера еще. И я.
Ой, а нормальная жара. Ну ладно, это... мы должны убрать посевы срочно. Так, убирайте все, что есть. Собрать... Потому что сейчас посевы гибнут, друзья. Я думаю, что вы знаете, конечно, но посевы уже гибнут. При очень жаркой температуре. С водой это не проблема, не будут у нас еще довольно-таки много. Я же не построил еще одну тему, которая предсказывает катастрофы. Окей. Ну, я хочу, чтобы ты как-то направилась к машине, что ли. Что потом ты взял и это занялся этим делом. Так, что здесь? Ну, я тебя буду пешкадралом посылать сюда. Потом тебя машина заберет, и я отправлю вас всех домой. Так. Отлично. Жемальная жара. Так, значит, нам надо построить еще... Торговую карусель. Да, окей, понял. Не дурак, дурак бы не понял. Так, нам надо построить... вот, радар. Надо хоть его заубенить. Крупный бизнес приехал. Я сюда его поставлю просто вот так. Да, до свидания. Так. Что у нас здесь? А, не помню, там человек еще работает, а крупный бизнес. Давай продади нам что-нибудь такое вкусненькое. Блин, дайте мне, вот мне надо, вот бутиль мне нужен. О, нет, берем вот так. Эти ресурсики довольно-таки важные. Отлично. Сейчас там строится у нас больничка. Строится, надо сразу ее вырубить. Потому что не помню, в радарной станции кто-нибудь работает из персонала. Раньше не работали, не знаю как сейчас. Так, и у нас сейчас с одеждой начинают какие-то проблемы, да? Подожди, мы можем кого-то еще нанять, чтобы шили одежду? Да, тогда он останется чей-нибудь человек. Давай, возьмем одного человека сюда, пусть они вдвоем шьют одежду. Я надеюсь, скоро придут к нам какие-то выжившие. Так, по одному врачу, все нормально. Здесь один человек, здесь один. Ну, у нас, короче, мы уже работаем не по... объемом, как говорится, нам очень много людей, которые нужны, чтобы обеспечить ту или иную работу. В машину. Ничего не хватает очков действия, чтобы посмотреть так. Так. Окей, все они прошли у нас, да? Направим вас домой, друзья. Потому что мне надо было только проверить еще ту территорию и все. Кажется, зацепит радиация. Бля, как тебе можно зацепить радиация, дружище? Ой. Текс. Ну и остались у нас игровые автоматы. И все, и будет все использовано. Все изучено, все изучено. Угу. Так. Отлично.
Потому что я думаю, этот видосик не будет слишком длинным. Это может быть, не знаю, 40 минут, где-то такое, не знаю. Потому что, ну, как я уже говорил, да, подводим итоги. И что вот это... А еще тоже заметил, друзья, заметил, не знаю, это вот сейчас в этом обновлении. Может быть, потому что не начал сначала играть, да. Люди опять начинают застревать в какой-то позиции. Вот они сидят где-то вот здесь, по столе не стал, вот посередине, да. И не идет ни кушать, ни есть, ни спать, ничего. Просто умирает от стресса, от голода. И таких, мне кажется, было 3-4 случая, я точно не помню, друзья, не буду врать. Но я списываю это, то, что это связано с тем, что мы не начали играть сначала. Ну, как я уже говорил, ради двух новых сооружений нету смысла начинать играть сначала, потому что, ну, все это опять проводить, показывать одно и то же, я не вижу в этом смысла. Так. Ну, опять же, друзья, если вам, если вы, конечно, хотите, пишите в комментах, что не, Вован, давай, не ленись, делай. Неважно, что сначала показывать, что одно и то же, да, но мы хотим видеть, да, тогда в этом блоге я буду, конечно, делать и буду, короче, вам, прислушаюсь к вам, говорится, по большому счету. Так, ну ты, женщина, проверяй сюда. Ну, даже не буду, я даже не буду собирать тебя. Ты мне не нужен вообще. Что у нас здесь? Иди проверяй. Ну что, да, всю карту уже открыл. Очень много ресурсов, которых не использовал. Я даже не строил аванпосты, потому что не вижу в этом смысла сейчас. Так как вот есть торговля, сейчас остался вот этот последний уголок. И все, я буду всех отправлять домой. Все будут тусоваться у меня здесь. Я даже не буду бандюганов бить, потому что мне ничего от них по большому счету не надо. Так, хорошо, ладно. Ну, чуваки приехали. Вот, заходят домой. Пусть гуляют. Можно было бы, еще надеюсь, если вот поставят, например, какую-то опцию, то бишь, этих наших специалистов, чтобы они патрулировали улицы и при вот атаке, например, да, начинали группироваться около ворот. Но также, опять же, как-то бессмысленно, потому что, как говорил перед этим, бандюганы спавнятся в разных местах, и это как-то нелогично. Я надеюсь, что они это поправят, это они пофиксят такую систему. Или, опять же, может быть... Если ты начинаешь игру с нуля, с этим обновлением, это такого, таких проблем не возникает. Но я думаю, что нет. Я думаю, что это, скорее всего, просто игровой процесс такой, чтобы усложнить задачу отлова этих бандюганов. Потому что, по большому счету, ты можешь только реально увидеть их, где они вообще орудуют, только после того, как появилась у тебя слева ужасная надпись в виде убитого человека. Сейчас, по крайней мере, не пишется загадочной смертью, пишется сейчас убит во время боя, да, то бишь, и бывает то, что у нас поражение бывает, и бывает выигрыши. Выигрыш, логично, если ты убил, поражение у тебя, опять же, моральное упадает, падает мораль и так далее и тому подобное. Итак, радар работает без, или этого, как его, это хорошо. Значит, что мы сейчас сделаем? Нам надо еще построить пару... электроподстанции. Да. Аккумуляторы больше не буду стоять, потому что у нас аккумулятор 35 тысяч полностью достаточно, не нужно. Инфекция Логан. Бабушка. Давай ты в машину. Ну, в боссик запрыгивай и тоже домой. А ты смотри здесь. Вот, и я говорил то, что Хемель последний город, который должен был быть у нас еще. Сведения об общине. Если тебе есть просьба предложить что-нибудь, ответ. Окей. Это ядовитый вырос этого химикомбината обязательно вызовут у вас невыносимую головную боль. Однако, несмотря на недружелюбную и окружающую среду, местные жители всегда рады гостям и с готовностью угостят усталого путника блюдами своей уникальной кухни. Ну, кто откажется похрустеть светящимся тараканом? Смешно, смешно.
Вот, дипломатия, у нас очень хорошие отношения с ними, не знаю, почему у нас с этими не заложилось, да. Давайте проверим, может быть, что-то мы сможем торговать с ними как-то. Так, у нас все уже, да, обошли все. Может быть, мы сможем сейчас улучшить наши отношения вот с этими нехорошими людьми. Торговля. Ну да, они, опять же, у них ничего нет такого, чтобы я мог им предложить, и они обрадовались этому всему делу. Очень хорошо, что у нас есть лекарства. Да, берем все, что есть у них. Конденсаторы, подтвердить, 3200, мы сейчас продадим. Вот, детали. Да, друзья, мы получаем... Давайте 10 деталей дадим. Подтвердить. Может быть, что-то еще вы хотите от меня? Чего мне еще достаточно? Ой, давай радиоактивные отходы продадим вам за 17 единиц. Студийного волокна, утиль, мучные черви, 24 оружия нам не надо. Так, что это у нас? Мучные черви, давай 100 такую продадим им. И топливо продадим им. Топливо довольно-таки дорого стоит. 100 единиц. Нам еще 2000 надо как-то скинуть. Что могли бы еще продать им? Конденсатом не будем продавать. Жуков, тараканов продадим, ёпты. Видите, сколько тут тараканов у меня. 200 тараканов продадим им. Заодно разгрузим склад. Волокно, фрукты, капусту продадим. 153 единицы. Ну, еще штучка осталась. Картошечки, опять же, можно продать 200, 100, 150 единиц, например. Металл не буду. Бетон можно продать. У нас много бетона. Плюс, очень добывается постоянно. Доски, хлеб, рыба. Ну, что еще можно продать им? Инструменты. Не, инструменты нам нужно. Муку мы продадим. 150 единиц. 140. Ну и того получается у нас стоимость 15-115. Мы получаем. Мы получаем кучу лекарств, таблеток. Ну и плюс еще день. 4 дня будут участвовать до нас. Так, у нас потребление идет плюсом. Все нормально. Пока они тут строят, мы сейчас можем построить какой-нибудь развлекательный комплекс. Кинотеатр, например. Вот сюда. Бам, зубенью кинотеатр. Боится смерти 808. Давайте-ка уж завязываю уже как с этим, блин. Мне лучше будет жара, чем эпидемия, потому что эпидемия это вообще жесть. Так, что у нас с едой? У нас овощные рационы, смешные рационы, мясные, их я не вижу. Мясные улетели. И так, что вы делаете? Вы делаете мясной рацион. Вы, уважаемый, делаете что? Смешанный рацион. Вы, уважаемый, что делаете? Овощной рацион. И где-то еще должна быть одна кухня, которая делает у нас... Которая жуков там бубенит нас, да? Где? Я не вижу тебя. Где наша третья? А, вот. Вот, рацион из насекомых. Ну, блин, слабое производство, потому что люди... Людей нет у нас, людей нет. Вау, подожди. Значит, тут еще, кажется, была какая-то... А мы думали, что это все... Омрикрон. Честно говоря, сегодня мы не ждали гостей. Хорошо, я ничего не имею против этого дела. Так, одна из самых технологичных и продвинутых общин мира, переживающая конец света, стремляется сохранить для будущего поколения знания, которые без них были бы утрачены. Ходят слухи, что у них есть гигантские подземные убежища, но никто не знает, что вскрыто, у них скрыто. Обычно местные не интересуют чужака, но лучше их не злить. Окей. Окей. Что вы предлагаете? Волокно, у нас волокна, да...
пятой точке. Окей. А так, значит, у нас так получается, да? У нас еще откат. Потому что мне надо посмотреть, сколько у нас в общей сложности тогда городов. Заберем тетку, заберем пацанов, тут 6 мест есть как раз. Отлично, они направляются домой. Окей-доки. Мне люди нужны, мне нужны люди, блядь, мне нужны люди. Дети, взрослейте как-то, не знаю, тоже. 12 человек. У нас столько необходимых мест вакансии, что не дай бог. Я, конечно, надеюсь, что они тоже добавят такую тему, как, например, я смогу посмотреть, сколько мест у нас доступно для работы и сколько нет, да, потому что, ну, я сейчас, ну, я могу, конечно, пойти по строению смотреть, да, вот здесь 2 из 2, 1 из 2, 0 из 0, 1 из 1, да, и вот так смотреть, да, можно проверить, где не хватает людей. Тут вообще ГВ госпиталь 3.0. Ну там у нас все они на паузе стоят. Какой ГВ полевой госпиталь? Ну, все как-то очень медленно развивается, блин. Люди тоже к нам не приходят, никакие новые. Дети тоже долго растут. Вроде бы школы работают, они не забиты полностью. 12 мест, а у нас есть сколько? 14, да? Тут 6, здесь, по идее, 6, да? Да. Блин. Окей, 70 производится энергии. Сейчас пойдет строить кинотеатр. Ну и... Давай, иди домой, едь домой, отлично. Быстрее бы закончилась эта странная, блин, жара, я понимаю. Ну и все, на этом у нас полностью все исследования завершены. Все у нас полностью построено, у нас все сделано. Сейчас возведем последнее сооружение в названии игровые автоматы. И на этом будет уже максимальное количество допустимых сооружений. Ну и то, что допустимых, а которых ты можешь создать в игре. Так, давай это достроим так. Дорогу опять же проведем. Жаль, что здесь нельзя провести дорогу вот так. Какая-то химическая лужа, блин. Мы даже сделаем так по-другому, да, здесь, да. Может, что-нибудь сможем сейчас забубенить. Но навряд ли. Так, все, отлично, пережили мы катастрофу. Это замечательно. Да, жестокая нехватка кадров, блин, это просто писец. И люди к нам не приходят, это вообще ужасно. Главное, арена рядом с эскалатором. А что делать? И, во-первых, смотрю, первый раз я так далеко зашел, что типа 1000, видишь, мы... торговцы, я думал, атака. Так, дрова. Конденсатор, железо, кукуруза, ткань. Давай так, давай сделаем. Ткань у нас дохерища. Специалисты готовы. Тринадцать шагов, ёп. Пока не вернутся домой, вообще бомба.
Ну, сейчас проверим, я не помню точно, как тут было. Тут нужны люди или не нужны люди, не помню. Активно. Давайте по торговле посмотрим, что у нас тут с, нас, с нашими этими. Омикорн, ничего нету. Тут какие-то тараканы, тараканы, оружие, конденсаторы. Единственное то, что эти друзья, постоянно проблема бывает вот с этой темой. Вот, видишь, как это, что, берем, берем, сразу берем, подтвердить. Это который у нас, что за город? Лаштом, а, это рядом здесь у нас, который находится. Вот он, потому так быстренько все происходит. Дрова у них там просто, наверное, рубят они там эти дрова бешеной скоростью. Потому что дрова очень много, быстро уходит у нас, насколько есть дров, трое, да, то бишь, видите, у нас уже банька стоит без дров. Так. Ну да, нехватка кадров ужасна. Нам нужны носи... Так, значит, знаешь что, друзья, сделаем? Мы отсюда берем. Один отсюда берем. Одного отсюда берем. Одного отсюда берем. Ну тут уже один есть. Так, ну настрой сейчас нормально. Ну сейчас игровые автоматы построятся и... Будет как будет. А получается у нас 96, человек напоминает товарищ, смотрит бой, 18 читает книгу, 96 человек. Чего такие? Молодцы, молодцы, начитанные. Читает книгу, главное, что 0 из 8 посетать обитателей, да? Ну молодцы, молодцы, конечно. Вернуть домой. Сейчас дождемся, пока наши пацаны вернутся. Это еще пару дней осталось, так. Игровые автоматы. Четыре обитателя только могут быть. Вообще огонь. Вот. Отлично, так, врубаем третью. Так что с одеждой? Одежда у нас начинает добавляться уже. Это значит, один человек нам помогает. Потому что мы были уже довольно-таки на подсосе с одеждой. Люди не приходят. Вот это самое обидное. То, что люди не приходят. Блин, и дети тоже не растут. Я уже запарился ждать их. Мне столько работы стоит. Здесь нужно, блин, столько людей нужно вообще. Это же продовольствие ускорилось, блин, в 5 раз, наверное. Всего. Чего у нас, чего здесь есть? Ну, блин, сейчас, если будет эпидемия, это будет плохо, просто будет писец. Но первые приехали. Так, отлично. Пусть хилится. Так что такие дела, друзья. Вот как так выглядит наша база. Колония большая по максимальному развитию. Все открыто, все построено. По крайней мере, по одному экземпляру. Экскаватор, конечно, побольше, чем по одному. Так что, друзья, если у вас есть какие-то вопросы или совет по поводу игры, или видели какое-то общее обширное прохождение, или какой-то определенный... У вас есть какая-то определенная тема, не стесняйтесь, оставляйте комменты под видео. Ну, насчет этой игры, я не знаю, вот сейчас я больше не буду пока что делать никаких обновлений по этой игре, так что, друзья, не уходите, если вы только по этой игре здесь сидите. У нас будет, только она будет уже в следующем месяце, чтобы я тогда мог полностью начать снова, потому что, думаю, что следующий апдейт будет довольно-таки... Кто такой работорговцы, да? Сейчас, подожди, друзья, у нас свечи, как обычно, оттекают. Три плена, нормально. Если вы хотите более такое детальное прохождение, то, что, конечно, пишите, мы обязательно это сделаем, и это вообще не проблема для меня. Главное, чтобы вам было интересно, потому что я больше всего переживаю, что вам не интересно будет смотреть одно и то же по 25 тысяч раз. И по большому счету мне тоже не интересно делать одно и то же по несколько раз, да, потому что, опа, повзрослевшие колонисты, да, можем вернуть тогда мы на фабрике, не на фабрике, а на вот эти добывающие ресурсы по одному человеку. Вот. Так что вот такие делочки, друзья. Так что
Обязательно у нас будет новое обновление, то бишь новые прохождения по игре, но это уже будет в следующем обновлении. Это будет 8 июня. Да, 8 июня должно выйти следующее обновление. Я думаю, что оно будет какое-то более мочивное и более такая геймплей меняющее обновление. Ну, посмотрим, потому что я еще не помню по роудмапу, да, по дорожной карте, что у них сейчас запланировано на дальнейшее, да. Но это обязательно я выясню, и как только что-то новое интересное появится, обязательно напишу, друзья, и обязательно сделаем видосик по этому делу. Так что, друзья, если вам понравилось видео, конечно, ставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения насчет новых видосиков. А на сегодня, друзья, с вами прощаюсь, всего вам доброго и пока-пока.